Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, и мы сегодня с тобой продолжаем играть в Frostpunk. Ковчеги в той серии мы с тобой, ну как бы прошли, как бы, да, но я перепроходить, ребят, не буду, ну как бы перепроходить, чтобы увидеть просто сценку о том, что мы, ура, мы спаслись, я не буду. Идем дальше, беженцы, да, посмотрим, что здесь, настройки сценария, конечно же, средние, потому что я... Не. Безопасное путешествие у генератора было уготовано лишь богачам. Безопасное существование у генератора. Мы захватили генератор, чтобы построить город, где все равны. Но примем ли мы всех, кто придет сюда просить убежище? Как я понимаю, южное государство и колонии пали первыми. Они не были готовы к холодам, и анархия стремительно поглотила их. Миллионы людей погибли от болезней и голода. Жителям города нужно иногда есть и спать, и вам тоже. И мне тоже? Ну, типа, это намек на то, что долго не играете в игру. Так, мы были обречены умереть вместе с прочими простолюдинами, когда Лондон разрушили, но мы восстали. Мы захватили корабли, на которых богачи должны были уплыть туда, где безопасно, и отправились на север. Там мы обнаружили генератор и захватили его. Теперь нужно собрать всех наших людей в новом городе, пока сюда не прибыли лорды и снова не отняли у нас свободу. Мы ни за что не сдадимся. То есть ждем, пока к нам придут богачи некие, какие-то некие богачи, и они попытаются у нас что-то здесь захватить, перехватить. То есть мы обычные работяги. Ого. Так, спасти наших людей. Когда корабли, украденные вами у лорда, застряли во льдах замерзшего океана, мы разбились на небольшие группы и двинулись к генератору. Большинство людей еще в пути. Их припасов хватит менее чем на 2 недели. А потом погода ухудшается с каждым днем. Нужно приложить все силы, чтобы добраться сюда в целости и сохранности. Чтобы все добрались. Так, а у меня ничего нету, да? Офигенно. Так, а что у нас здесь? Ящики с древесиной, куча угля. Ну, во-первых, да, мы включаем генератор. Это во-первых. Так, во-вторых, что у нас там? Палатки, 10 древесины, да? Я понял. Так. Охотничье снаряжение. Кстати, здесь охотники есть. Так, теплица. Я думаю, через теплицу опять будем играть. Обогреватель. А как мы это можем? Маяк, да. Нанять инженеров. Так, подождите. Нанять инженеров. Так, сейчас попробуем сразу более грамотно начать, ребят. Зачем сюда инженеров ставлю, не знаю. Так, уничтоженный транспорт парового ядра. Так, местоположение угля. Залежи руды, транспортного ядра, спасательные обломки, стальные какие-то обломки. Так. Быстренько давайте. Так, устраиваем 2 палатки. Так, 3 палатки. Три палатки. Надо было больше людей отправлять, ребят. Так, в первый день мы смогли только добыть 3 палатки. Еще 13 жителей. Живут безо всего, да, у нас. Угу. Так, нам нужно должно выжить минимум 250 человек. Дождитесь прибытия групп беженцев. 10 групп надо, чтобы
дождаться 10 групп, ребят. Так, ну, во-первых, всех, я думаю, надо сначала обеспечить жильем. А, еда. Так, это что, это первая группа, да? Смотрите-ка, кто пришел. О, я чувствую, жопшная будет эта миссия. Черт подери, да. Так, 28 еще, да, человек. Так, быстро отправляем сюда. Так, сюда. И вот здесь вот сюда тоже быстренько все отправляемся. Так. Быстренько все отправляемся. Да, первые беженцы. Надежда растет. Это хорошо. Так, подождите. Надежда то, что растет, замечательно. Так, первая группа беженцев пришла. Великолепно. Надо сначала всех обеспечить... Нам нужен маяк, да-да-да, чтобы помочь нашим этим, нам нужен маяк. Я понимаю. Чтобы построить маяк, нам нужна древесина, сталь. Нам нужно вот это место. Критическая нехватка. Многие из нас голодные, а материалов на строительство кухни у нас не хватает. Может, кратковременно авральный труд может нам... Не сейчас, нет, все нормально пока. Пока все нормально. Чего вы голодаете? У вас вон ясраи, да, есть. Идите, кушайте. Древесина 20. Все нормально сейчас будет. Сейчас все будет нормально. Подождите. Охотничья хижина, да. А что здесь делаете вообще, да, инженеры? Так, железо. Тут тоже железо. Тоже все идете сюда, короче. За работу быстренько, ребята. Требуются рабочие. Давайте, я думаю, да, подписать закон, то, что надо... Ну, мы детей, да, рабочими сделаем, тоже нужны. Ну, что-то как-то хреново у нас все. Так, кухня. Кухня пошла первая. Так, а у нас же здесь будет холодно, да, получается? Ну да. А я здесь по кругу все построил. Подождите, а у меня что здесь получается? Склады, да? Блин. Склады у меня здесь. Санитарный пункт мне нужен. Так, санитарный пункт. Так, я сюда отправил, да? Так, инженера. Так. Так, маяк. Я думаю, сразу же можно быстрый сбор. Давайте быстрый сбор прокачаем, чтобы они собирали все быстрее. Так, быстрый сбор. А что у нас по... А, у нас еда, эта кухня строится, да? Что у вас там? Еще что ли идут? Прибывает еще одна группа. Еще одна группа наших братьев и сестер прибыла сюда. Они счастливы снова видеть, рад. Вы что, издеваетесь? Еще рты? Еще рты? Так, детей отправим. Так, пока нормально, ладно.
Быстрый сбор. Хорошо, у нас пока здесь поработает. 61 голодный рот. Так, с едой что? Так, я думаю, знаете, что нам надо будет? После быстрого сбора надо будет в теплицу сразу уходить. Да. Я думаю, где-то так. Так. Давайте туда отправим охотников. Охотники пускай туда уходят. Так, великолепно. Так, у нас, знаете, что я заметил? У нас кончается, ребята... Ага, уголь. Так, нам надо что-то с углем решать, да? Так, с едой мы сейчас решим, хорошо. Ребенок ранен, дать ребенку выходной. Давайте, ребенок, пускай это отдыхает. Так, мне нужно идти в теплицу сразу, я думаю. Да, мы сразу пойдем в теплицу, в технологии. Мне нужны, ребят, технологии, мне нужны теплицы. И вы поработаете... А, вы не можете, у меня закон не принят, да? Сверхурочки. Так, подождите. А... Что это у нас? Цель? Цель, что у нас за цель? Дружина, дом молитвы. А, куда мы пойдем? Утренний сбор, дружина. Дозорная башня. Я думаю, пойдем через молитву, ребят. Да, я думаю, через молитву я уже играл. Потому что как-то получше будет. Так, кладбище. Опилочки добавлять. Могут заболеть. Недовольство. Подписать. Порция будет побольше, ребят. Так, еще 18 человек пришло, замечательно. Еще 18 человек. Что мне с ними делать? Раз. Пропавшие дети. До города добрались несколько семей. К сожалению, часть детей потерялась у изгиба тропы. Люди подавлены и умоляют помочь их детям. Поможем, наверное. Не работает. А. Может, не граничит. Уже все еще граничит с помощью дороги должно. Заботливая мать. Мать отказалась отпускать дочь на работу, опасаясь, что она получит травму. Мы можем войти в ее положение, но другие сочтут это несправедливостью. Пускай. Так, мне нужно строить по ресурсам. Так, в теплице, бараки, ресурсы. Угольную шахту можем, да, уже построить нормальную. А у нас есть эти там? У нас... Да, у нас один этот есть. Вот здесь, да, где-то что-то видел. Так, людей надо всех жильем обеспечить. Так, жильем мы всех обеспечили. Обогрев, паровые центры. Так, даже что же мне маяк, да, можно?
Давайте мы сначала, знаете, с чем? Давайте мы сначала угольную шахту сделаем. Блин, же дерева не хватает, подождите. Эх, они спать пошли. Нам не хватает угольной шахты, ребят. У нас уголь скоро закончится. У нас как бы уголь-то не бесконечный. У нас уголь-то не бесконечный. Так все же у вас все хорошо, че вы? У нас болеть начинают много. У нас начинает много болеть. Так, мне это не нравится. По ночам они не работают, хреново. Сейчас еще похолодание будет. Так, нам нужен уголь, ребят. Ну идите работать, ёпте мать. Так, господи. Двойные пайки? Нет, никакие двойные пайки. Хотя на самом деле... Пускай недовольство немножко усилится. Ну, вы пойдете работать? Нет. Засранцы. Или что, все дерево добыли? Подожди. А я стою, жду, пока они дерево добудут. Нам, короче, с деревом надо что-то решать уже. У нас дерева-то нету. И нам уголь нужен. Угольная шахта, короче. Да. Изучаем угольную шахту, ребят. У нас угля-то нету. Нужно больше больничных коек. Да, хорошо, я постараюсь санитарный пункт построить. Опять у меня вот это вот начинается. Еще люди пришли, замечательно. Прибыла еще одна группа. Как здесь выживать, я не понимаю. То есть людей просто до хрена. Так, детей всех сюда отправляем. Короче, сюда везде отправляем детей. Металл, дерево, дерево я добывать не могу. Почему? Потому что у меня нету металлопереработки. Трындец. То есть нужно следующее развить этот, с деревом связанное, ребят. Так, это я построил, я молодец. У нас кушать хотят. А у нас что, охотники-то ушли, что, и куда, и что? У нас еды-то нету. Охренеть. Так, вы, короче, чрезвычайную смену работаете. Топлива не осталось у нас, ни хрена у нас не осталось. Трындец. Нехватка ресурсов. Да я в курсе. Все, я сдох. Замечательно. На среднем уровне сложности, ребят. Это все на среднем уровне сложности. Стенной бур. Угольная шахта. Я где-то здесь, вот здесь угольную шахту, да, могу развить. То есть уголь у нас, в принципе, будет. Паровое ядро, да, я в курсе. Обморожение.
Хреново. Больные, голодные. А где охотники у нас? Которые охотники? Непонятно где. Аж я говорил, то, что надо палатки сразу развивать. Теплиц. Я не знаю, как здесь более грамотно развиваться. То есть здесь как-то же надо развиваться, правильно? Это, скажем, там пост добычи можно было поставить. Палатки. Еще одна группа, 23 человека у нас без... без жилья. Что хочешь, то и делай. Как я вам обогрею? Вот, типа, обещание дать, да? Типа, обогреть это. Как я вам, блядь, обогрею? Объясните мне, товарищи. У меня ничего не развито. Как я вам обогрею что-либо? А что, только один этот? Да, только один. Я не понимаю, как они хотят, чтобы я что-то им там дал. Я не понимаю. А мне как улицу проложить? Не понял, улица не прокладывается. Не понял. А у меня улица не прокладывается. Вот вам дерево есть, вот вам уголь есть. В принципе. Первая смерть, да? Кладбище, давайте. Да. Здесь кладбище постройте, пожалуйста. Так, здесь можно добывать уже... Здесь нужны обогревашки. Обогреватели, да. Так. Те инженеры, я думаю, здесь не нужны. Я думаю, нам все-таки здесь больше нужны обычные работяги. Недовольство растет, голод растет, охотники непонятно где у меня. Я вообще не понимаю, где у меня охотники. Я в шоке, ребят. Я просто в шоке. Я просто в шоке, если честно. Так, ага, включаем, включаем. Еды здесь нету. Вы чё дорогу к ним прокладываете, алё? Вы чё, блин? А, потому что здесь не соединено, видите ли. Трындец. Надежда растет, да, замечательно. Так, срочно нужно лечение. Протез из-за протеста из медицины. Капитан, люди решили строить протез, больных ставят все ли. Ага. Общаюсь, что его больных вылечит. Идите нахуй. Все, все нормально будет. Все нормально, не беспокойтесь. Все нормально, не переживайте. Так,
По идее, теплицу строим. Да. Нам нужна теплица, нам нужна еда. У нас от голода люди умирают. Все, у меня здесь это максимально, это жопа. Все, ребят, не справился. Неправильный... Вот чем вот... Игра вроде прикольная, да, сложная, но чем она меня бесит? Она тебя вгоняет в тайминги. Тебе нужно не то, что ты хочешь, да, вкачивать и в каком-то своем порядке, а именно нужно определенный порядок. Нужно сначала вот это, потом вот это, потом вот это. Нельзя по-другому никак. Это минус этой вот игры. Это минус этой игры. В том, что тебя ограничивают. То есть тебе именно вот говорят, что ты можешь только так вот развиваться и все. По-другому никак нельзя. А, не, подожди, этих оставим, этих уберем. Так, технология теплицы изучена, еда. А, мне кажется, здесь даже лучше, по-моему, две еды сразу делать. Давайте. Там еще идут, господи, боже мой. Так, детей всех в теплицу. Накормить их. Давай. Попробуем накормить. Попробуем всех накормить, ребят. Так, ну-ка сверхурочку. Пошли. Так. По ресурсам сталелитейный завод. Давайте, нам сталь нужна. Значит, надо сталелитейный завод. Так, по идее, вроде бы начали выпрямляться. Давай, 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 давай. Удовольствие вырастет. Ничего страшного, сейчас накормим всех. Еда-то есть. Все есть. Еда есть, ребят, все есть. Даже тепло есть. Так, ресурсы. А что нам для строительства нужно? Так, автоматонов, кстати говоря, я тут смогу делать или нет? Или что? Так, обогреватели. Обогревателей у меня нету, да, еще? Так, охотники, бараки. Бараки бы, на самом деле, бы надо перестроить, действительно, пока. Чтобы теплее было, потому что там похолодание двойное сейчас будет. И что, там люди-то гибнут. Холод в жилищах. Обогреем часть домов. Я, правда, не знаю как, но надо как-то обогреть, да. А что если форсажик дать? Так, сюда всех нахрен рабочих, да. Обогреваем. Так, здесь что у меня? Здесь уголь, куча угля. Сейчас они доработают. Вот отсюда тоже вынести нахрен все. Кто здесь мешает? Так, и чё? Так, здесь все хорошо в больницах. Так, голодные сейчас покушают. А чё, из-за чего гибнут? Я не понимаю.
А, лечение, недостаток лечения. Ну, блин, как бы да. Ой, блин, ну давайте еще парочку. Как бы. Давайте еще 4 этих поставим. Правда, я не знаю, на что это повлияет. Наверное, ни на что не повлияет. Двойные пайки для больных. Да, подписать закон. Все, двойные пайки для больных, чтобы они кушали больше и лучше. Прибыла еще одна группа, это хорошо, замечательно, а то у меня как раз людей не хватает. Так, пускай кушают. С едой у нас пока все более-менее нормально. Так, это мы выключаем. Бараки. Изучено у нас. Так. Люди, бараки. Стали 10. Раз, два, три, четыре, пять. Быстренько перестройте, пожалуйста. Накормить, да, мы накормили. Так, а что по складу? Мне бы, знаете, что? Мне бы склад нужен. Стали 20, блин, надо. Так, у меня, кстати говоря, этих нет. Знаете, что я вспомнил? Мне же это надо делать. Это все классно, здорово, да? Улучшение, санитарный пункт. Давайте санитарный пункт, может, побыстрее начнут выздоравливать. А, надежды у нас нету, ребят. Надежды нету. Что-то я просрал, по ходу дела. Очередной раз. Очень много мелких... очень много, ребят... заданий разных, то есть вот этих вот. То есть вот этой мелкой всякой хрени очень много. Еще там люди идут, о господи. Вообще не нарушено. Да как я повышу надежду-то, ёпт не мать, если они... все есть, здесь есть. Ну, холодно, да, здесь холодно сейчас, блядь. Я не понимаю вот это вот. Вот все в тайминге в сраные, в какие-то все забито, что ты вот... В принципе-то у меня все нормально. В принципе, относительно, если, блядь, не брать то, что какой-то собачий холод, блядь, идет. Пиздец какой-то. Маяк надо было давно уже поставить. Чё, блядь, все болеют? Вот, знаете, вот проблема этой игры в том, что все всегда, блядь, болеют, нахуй. Вот всегда, блядь, болеют. Всегда все время болеют. 10, нахуй, этих стоит. Все равно все болеют. Все равно все болеют. Всем насрать, как бы. Это минус этой игры. Потому что всегда все болеют. И эти в жопу. Чего? Срочно нужно лечение. Я немедленно построю санитарный... Да у этих санитарных пунктов уже до жопы, блин, вы понимаете? Нет. Маятник, маяк построен. Что здесь у нас? Наши люди. Наш город. Заброшенный лагерь. Изгиб тропы. Шпиль. ЛМ. А я не могу, да? Нет, я могу отправить эту... Заброшенный лагерь, сюда бегом. То есть они прут, их, они все больные какие-то идут ядрить тебя через маковку. Я не знаю. Хотя, знаете, что можно построить? Закон, цель. Дом молитвы, давай. Вера. Так вот. Не знаю, вера поможет, нет, мне кажется, не поможет.
Все умирают, все обморожения какое-то. Погибли, молитвенный дом, надежда растет. Так, давайте, надежда немножко, давайте восстановление. Пошли молиться. Все, блядь, болеют, все больные просто пиздец. О, господи, что за миссия? Уродская просто, ребят, просто уродская миссия. Чужаки на горизонте, да господи, сколько сюда людей-то идет ко мне? Так, что у меня там по этому? Что здесь? Древесина, сталь, да, исследуем. Туда идите. Так, вроде бы оттаяли, но там сейчас опять будет похолодание, короче. Надо изучать, знаете что? Нужно в отопление идти в очередной раз. Да, надо в отопление идти туда вниз. И там еще отопление нужно. Там еще нужно отопление нам внизу. Пьяные выкрики. Так. Так, у нас все, жопа. Да, ваше время пришло. Да, ну я чё, блядь, виноват? Это пиздец, это просто какой-то, я не знаю. Я не понимаю этого. Куча народу просто прёт. Тебе надо добывать ресурс, у тебя как бы все есть, у тебя откуда-то куча больных просто этих прет. Четыре палатки, блядь, стоит по 10 человек, и никто тебе ничего не может сделать. Ну это бред, блин. Я не знаю, почему у меня здесь проблема именно, именно проблема средней настройки, ребят, средние настройки. То есть тайминги меня бесит в этой игре, меня загоняют в тайминги. Мне нужно по таймингам работать. Я не хочу играть по таймингам. Мне неинтересно играть в такие выживачки по таймингам. Сейчас ты должен построить лесопилку. Через 5 минут ты должен построить вот это. Вот это ты должен построить. Блять, нахуй это надо? Знаете, если бы резких перепадов, блять, по температуре бы не было, было бы все нормально. Было бы все нормально, на самом деле. Если бы быстрых перепадов по температуре бы не было... Давайте сразу всех на дерево отправляем, пускай все сразу собирают дерево. Да, идите в жопу. Давайте, да, подписываем детский труд. Да, насрать то, что там что-то это. Дети пускай тоже, подождите, идут. Так, по поводу металл тоже, стальные обломки надо тоже собирать. Пускай идут, металл собирают, да. Быстро собираем, сколько есть. Так, сразу, наверное, надо строить палатки опять. Так, 4-5 палаток, я думаю, нам хватит. Так, по технологиям сразу мастерскую эту сраную строим вот здесь вот. Так, строим сразу мастерскую. Сразу же по ресурсам. Так, сразу санитарный пункт, я думаю, да? Вот здесь поближе. Так, еда, сразу же кухню. Пускай строят. Я не знаю, какие здесь тайминги нужно соблюдать. Вот у нас уже один заболевший, блин. Тепло. Тепло, он болеет. Минус 20 всего лишь на улице. Минус 20, ребят. Хрен да ни хрена, на самом деле, это для них. Для них это хрен да ни хрена. Уже двое заболевших. Так, паровой центр, уже обогреватель, в принципе, можно было бы поставить, но мы 50 дерева еще не на, на это, да? А, давайте быстрый сбор, я думаю, да, надо было бы, но мы пока ничего не можем. Мы пока ничего не можем, ребят.
Давайте быстрый сбор. Нет, подождите. Быстрый сбор, чтобы они тут все собрали как можно быстрее. Да, здесь только дети, да, работают. Инженеров уберем отсюда. Я думаю, сюда перекинем этих. Пускай быстрый сбор сделают. Это да-да-да, выжившие, да, хрень, это хрень. Так, люди, сразу же им ставим палатки. Дополнительные, так. Что у тебя? Первые беженцы. Быстрее. Так, изучаем лесопилка, сталелитейный угледобытчик. Так, быстрее они теперь делают, да? Я думаю, надо сразу уходить, ребят, в теплицы. Пока с едой проблем не настало, я думаю, надо сразу уходить в теплицы. Охренеть, здесь все дерево собрали. Так. Сюда 5 детей. Так, сюда эти собирать и... Так, сюда. Жестокая игра, конечно. Ну как жестоко, нам нужен маяк. Я в курсе, что вам нужен маяк. Так, у нас начинается голод. Не работает. Чрезвычайной смены у меня нет, да? Надо было сразу, наверное, чрезвычайные смены сделать, ребят. С углем. Так, нам надо сразу выходить на добычу угля, дерева и металла, ребят. Ну давайте быстрее, господи, ночью мы не работаем. Вот знаете, вот это вот такая вот хрень, знаете, типа ночью мы не работаем. Выживать надо, да, у них скоро морозы их накроют. Ну, ночью мы не работаем, мы ночью отдыхаем. Я понимаю, что надо спать, но надо как-то, я не знаю, там отдыхать. Тем более, вы что там сидите в этой вот мастерской? Вы там ни хрена не делаете, сидите в тепле. Сидите в тепле и ни хрена не делаете. Так, что я хотел? Что я хотел на втором этом? Обогреватели, да, надо, я думаю. Блин, да все надо, короче. И маяк нужен. Так, угледобытчик, угольную шахту надо бы. А, теплица, сразу едой, да. Но у нас нету этих. А, есть один. Так, сейчас теплицу мы одну сделаем. У нас голодуха начинается. Ну все, конец рабочего дня. Все, мы пошли. У нас кушать, правда, нечего дома, как бы, да. Кушать нечего там, да, мы голодаем. Надо быстрее бы развивать эту хрень всю с едой связанную. Ну, у нас это... Ладно, мы пошли. Отдыхать. Мы устали очень. Тоже, да, какая-то глупость немножко в этом плане. Тоже немножко, ребят, глупость. Надо вкалывать, блин. Они отдыхают, ё-моё. 66 человек жрать хочет. А, надо было чрезвычайную смену сделать. Было бы все хорошо, ребят. Так, они просто мясо начали уже жрать, да? Двойные пайки, что там будет? Дом молитвы. Так, теплицу. Нет, чё, подождите. Еда. Теплица. Здесь строим теплицу. А, что у нас там по вере? Да, я в курсе. Паровые ядра, вся фигня, я в курсе. Так, что нам изучить дальше? Так, бараки будем сразу переделать, потому что я сейчас буду орать, что им холодно.
Хотя нам угольная шахта нужна, ребят. Хотя нам нужна угольная шахта. Так, Веру быстро. Так, детей на кухню. Так, обогревание надо, сейчас будет обогрев. Часть домов, да, обогреть. Хотя я не знаю, как. У нас, кстати, уголь заканчивается, что я увидел. Что я увидел, ребят, заканчивается уголек. Потому что нам нужно эту, как его... Еще кто-то приперся. Нам нужна угольная шахта. Лесопилка нужна. Бур этот нужен. Пропавшие дети, вся фигня. Мне сейчас надо, главное, их накормить. Сейчас замерзать начнут. Вы на работу-то выйдете? Нет, у нас уголь заканчивается, но мы будем хреначить спать дальше. Ничего страшного. Это ж нормально. Это ж нормально спать дальше, когда у тебя отключается этот. Когда у тебя отключается отопление. Ну, спите дальше. Чего тебе не нравится-то? Ну. Так. Еда, теплицы, бараки. Так, обогреватель, да. Так, работяг отправили на уголь, хорошо. Что, нужно больше больничных коек? Да, постараюсь построить санитарный пункт. Здоровье. Кстати говоря, да, здесь где-нибудь можно тоже построить санитарный пункт. Рад это слышать. Возрождение веры происходит. Это хорошо. Так, уголь мы построили. Так, а что у нас по металлу? У нас на металле я никого не вижу. Так, детей пятерых, туда еще взрослых. Так, детей мы сюда отправили. Так, хорошо. Так, по медицине вроде более-менее все нормально сейчас. Так, уголь у нас пошел, да, получается. Добыча идет. Так, нам надо будет эту, да? Блин, сверхнормы это надо. Ввести закон, чтобы сверхнормы работали. Иногда прямо это очень надо. Это прям иногда, ребят, очень-очень надо. Так, обогрев. Так, хорошо. Ой, маяк можно группу, да, отправить. Давайте маяк сделаем, ребят. Маяк хорошая вещь, на самом деле. Маяк хорошая вещь. Вечерняя молитва. Три святилища. Давайте веру. Пойдем в веру, ребят, через веру. С верой жить проще. Хотя бы во что-то, понимаете? Верить во что-то лучше. Так, люди пришли, заболевшие есть. 13 поселенцев. Группа еще одна пришла. Так, людей надо бы сразу бы, на самом деле, бы расселять, ребят. Потому что если их не расселить, что произойдет? Правильно. Ничего хорошего. Они замерзнут, они будут замерзать там. Так, у нас голод пошел. Во-первых, мы здесь включим. Во-вторых, по идее, я думаю, еще одну теплицу надо бы нам построить.
Пускай будет еще одна теплица, еды много не бывает, а у нас ее вообще нет. Температура падает, да, хорошо, замечательно. Так, мы можем изучить маяк, да, технологии, но построить я его не могу, потому что нету дерева. А дерево у меня вообще, что ли, закончилось, да? Да, я с деревом, ребята, оплошал, у меня дерева вообще нет теперь. А как так? А что мне теперь делать? Все, я просрал момент, да, с деревом. Зашибись. То есть можно опять переигрывать. Ну, зашибись, я проморгал момент с деревом. Классно. Классно, 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 ребят. Да, и чтобы здесь добыть, нужно дерево. Откуда дерево брать, правильно? Хрен знает откуда. Ниоткуда ты его не возьмешь. Все, дерева нету. Дерево, ребята, просто нету нигде. Нет нигде дерева. То есть мне что-то надо разобрать, да, правильно? Надо что-то разобрать. Опять пришли к тому же самому, что у нас уже было. Блин, вот с деревом, короче, надо обеспечить и деревом. Кто скажет, у тебя же вот здесь дерево есть, ты мог бы изначально построить. Надо знать, что было, в чего идти. В маяк, и через маяк сразу да. Блин, ну смысл в том, что ко мне все время наплыв этих идет. Наплыв людишек долбанных. То есть это очень сложно, блин, в этом плане. То есть они все время наплывы идут. И в этом плане очень сложно. А у меня здесь больше нигде дерева не осталось. Собака. А если разобрать, допустим, то... 19 древесины. То есть, чтобы даже изучить ту же самую лесопилку. Чтобы ее построить, у меня даже древесин не хватит. Если тебя разобрать, что будет с тебя? Так, 30, да? Давай попробуем стеной бур изучить. Лечение тяжело больных. Радикальное лечение, да. Через радикальное лечение. А что с едой-то у нас? Что проблемы-то какие? Две этих работают. Народ до хрена. Видимо, да, видимо, народ до хрена. Видимо, народ до хрена, из-за этого все так печальненько. Что, изучили уже? А, 20 дерева, одно паровое ядро, 20 дерева, у меня только 10, да, мне надо что-то еще снести. А что можно еще снести? Что можно здесь у нас снести, ребят? Ну, давайте снесем. Два дома снесем. Чтобы построить, ребят, стеновой бур. Что самое интересное, чтобы бур подсоединить, нам нужна к нему, блядь, тропка. Это очень важно, ребят. Потому что если тропки не будет... Не будет ничего. Так, во-первых, так, да. Во-вторых, отправляем сюда рабочих. Так, в-третьих. А, мы ничего не можем. Так. Бараки, 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 бараки. Да-да-да, дом опеки, да-да-да. Конечно, так. Возвращаем назад домой, дома назад. Что-то я не то там поставил. Бараки развиваем. Нет, мы не можем бараки, конечно, развивать, потому что я опять тороплюсь, опять все через жопу. Так, уберите.
Так, давайте бараки развиваем, да. Поехали. Так, без еды. Больные. Без еды и больные. Что-то с едой вообще у нас что-то как-то плоховато все. Так, у меня до хрена очень нет вам. Это был его выбор, да. Это был его выбор. Что? Что вам надо? Господи, первая смерть открыта. Господи, так много событий. Видите, сколько событий, да, происходит просто за короткий промежуток? За 9 дней у нас столько событий, я хренею. Просто за 9 дней. Дом опеки надо, кстати, построить. Да, господи, что? Сейчас я не буду этим заниматься. Не буду я сейчас этим заниматься. У меня нечем заниматься. Так, давайте. Да, блядь, заблудившийся беженец какие-то. Куча всяких людей. Маяк надо поставить. Тут, туда, сюда. Короче, блин, я хренею. Это все происходит за один день. 9-й день только, ребят. Столько событий за один день. Это просто ужас. Это просто ужас. Маяк построен. Хорошо. Так, нам группа нужна. Да, собрать группу. Лес сюда. Давай, быстро добежали. Посмотрели, что там есть. Я даже уже не знаю, что у нас опять с больными проблема. Просто надо, я думаю, сейчас по больным, ребят, немножко поработать. Потому что, ну, это не смешно, как бы. И мне надо сталилитейку, у меня стали нету. Так, бараки, ресурсы, сталилитейка, да. Здоровье, так. Еда, люди, бараки. Так, быстренько перестройте под бараки, чтобы было потеплее. Исследовать. Сталь, древесина, хорошо. Сюда идете. Быстренько, быстренько, быстренько. Так, технологии, ресурсы, тихо. Ресурсы, сталилитейка, 25 дерева, хорошо. Отсюда. Вот так вот, раз. 24 человека еще надо заселить. Да-да-да, медицина, вся фигня, все плохо. Так, для бараков не хватает стали. Господи, столько событий, я просто хренею, я не успеваю за этим за всем следить. Санитарный пункт бы надо улучшить, но не могу. По отоплению, че, улучшение генератора, паровые центры. Да, больше разведчиков, склады, угольная печь. Еда, улучшение санитаров, но я не могу, да, как я уже сказал, ждем. Больше санитарных, да, больниц, давайте я вам санитары, да, дам, здоровье, да. Хотите санитарный пункт еще один? Вот, нате вам еще один санитарный пункт, если вам будет от него легче, берите, берите еще один санитарный пункт. Если вам от него будет легче. Да, я молодец, я справился, я дал вам санитарный пункт, вы хотели, я дал. Что здесь? Исследовать. Проклятие инженеров. Похоронить беднягу вместе с его инструментами. Похоронить беднягу, но забрать инструменты. Конечно, забрать инструменты. Каменный корабль. Сюда, быстренько. Так, у нас 33 больных. Пиздец. Пиздец какой-то, ребят. Пиздец. Я не знаю. У меня куча... У меня куча всякого говна, короче. Я ничего не могу делать, потому что нет железа.
Господи, что? Открыть книгу законов, пищевые добавки. Нате, с добавками, да, пищу. Кушать с вкусными добавками. Че у нас с пищей проблемы? Я не понимаю, в чем проблема? Алло. Теплицы должны работать. Еще одна группа прибыла. Так, я понимаю, мне еще, да, одна нужна эта теплица. Паровое ядро. Так, исследовать, что здесь? Здесь ничего нет, нормально. Оползень, пойдемте к оползню сходим. Опасно, правда? Опасно ходить к оползню, но ладно, пойдем. Блин, трындец, нам нужны эти. Сейчас еще, да, кто-то там припрется. Я в шоке, ребят. Средний уровень сложности. Средний. Че здесь? Так. Давай-ка сюда иди еще. Железное хранилище. Сейчас нам домой надо будет дойти. Сколько же у нас больных? Просто трындец. Улучшение санитарной этой нормы. Ой, цели, святилище, храм, храм. Нужно будет построить храм, но, возможно, торжественная служба. Святилище. Давай святилище попробуем построить, может что-то получится. 10 древесины, 10 металла. Еще люди приперлись, да господи, ну да, конечно, что у нас? У нас похолодание, да, у нас похолодание, а что нет там? А я ни хрена не могу ничего сделать, да-да-да, выживший, ужасно, ужасно, мне не нравится, ребят. Все, что происходит здесь, мне не нравится. Они меня еще в холодных помещениях работают. Да. Так. Паровой центр надо изучать уже. Уже его давно надо изучать. Забрать только хранящийся там уголь. Разобрать машины и ресурсы. Что у нас там получается? Давайте-ка домой, ребята, вы идите. Вот вы, вам бы надо домой дойти. Да, я принести бы все ресурсы домой. Склад ресурсов. Так. Чё у вас здесь? Господи, как вы заебали болеть. Вот честно, вот я не знаю. У вас и так уже здесь этих санитарных пунктов до жопы. Я не знаю, они болеют и болеют. Просто что за бред? Все, начали умирать. Все, я не понимаю, просто болеют, 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 болеют. Домов нету, все болеют, еще пруд. Кто, блядь, это пруд? Кто за... Что за мазохист-разработчик, блядь, придумал нахуй это дополнение? Кто, блядь? Что за извращенец-мазохист? Что за извращенец-мазохист придумал это дополнение, ребят? Я просто в шоке. Надежда растет, да.
Надежда у нас растет, блять. Господи ты, боже мой. Так, подождите, люди. Бараки. Люди, бараки, все смешалось, ребят. Все смешалось. Я не успеваю просто строить, понимаете? Не то, что там какие-то тайминги отыгрывать. Я просто не успеваю строить. Это ужасно. У меня голодный, у меня все, непогребенное тело. Да насрать нахуй на это непогребенное тело. 10 древесины, 10 стали. Работают лучше. Давайте, работайте лучше. Здесь лучше работайте. Здесь лучше работайте. Везде лучше работайте. А, здоровье. А я там развил этот. Там принять закон, да, по-моему, надо? Кладбище. Ой. Я не знаю, ребят. Стали не хватает, ничего не хватает. Угля только хватает. Да. Хватает только угля. Хватает только угля. Так. Так, да, здесь мы бодяжим. Нам нужна бы еще на самом деле по ресурсам. Стрелитейный завод бы еще один нужен. Да. Здесь бы на самом деле нужна по технологии права и бет, хрень. Бля, как вы заебали. У меня 13-й день. У меня 13-й день, ребят. А жопа полная. У меня жопа полная. Можно я здесь что-то разовью? Нет, не хватает этого. Не хватает ничего, понимаете? Надо уже переходить на второй уровень. Выживший, да, конечно. На произвол судьбы оставить их, они не нужны. Так, пустое убежище, пойдемте сюда дойдем. Зачем мне эти выжившие, у меня и так 194 человека. Выжившие, говорят, вам нужны, да, конечно, нужны. Так, 20 стали. Ай, так. Здесь поднимем. Чё-то помирают все, не знаю даже, с чем бы это могло быть связано, ребят, с тем, что они помирают. Не знаю. Жить, наверное, не хотят. Вот помирают. Жить, наверное, не хотят. Жизнь-то им не мила. За жизнь-то не борются. Ни капельки. Идите нахрен. Задолбали меня тыкать везде своим говном этим. Чего? Религиоз? Да, рад. Лучики надежды, да. Лучики. Вижу, как эти лучики. Так, здесь переработка, да, здесь у нас дохрена всего. Еще выжившие, да что ты будешь делать? У меня откормить-то чем рты-то эти долбаные? Так, апгрейд. Что у вас там? Нужно срочное лечение. Санитарный пункт построю вам. Вы же любите так санитарные пункты. Понятно, последняя группа. А, здоровье. Санитарный пункт. Я вам построю санитарный пункт. Серия длиннющая, ребят. Да. Да, я молодец, да. А вы мне? Вылечите, пожалуйста, всех, или чё?
Да, здесь ничего нет, нормально. Припас в снегу, идите туда. Надо бы еще одну группу на самом деле создать. А то у нас народ до хрена. Все помирают что-то. Всем что-то не живется нормально-то. Так, надо по правым этим посмотреть, что там происходит. Так, что у нас? 250 человек, кстати, мне надо, да, по-моему, всего, чтобы выжить, по-моему, в этой миссии мне надо, да, должны выжить минимум 250 человек. Спасти детей у изгиба тропы, спасти детей в Белом ущелье, спасти наших людей. Подожди, я должен именно это все сделать? То есть, если я это не сделаю, то все, миссия, что ли, провалена? Ну, охрененно. Если я это не сделаю, типа, миссия, видимо, будет провалена. Так, там у этих шахтеров хорошо тепло. Так, приборы я изучил какие-то. Лазарет. Термоизоляция. Это теплоизоляция. Термо. Лазарет. Давайте-ка сюда, в лазарет попробуем сходить. А сверхурочно это я это не прокачал, да? У нас с едой проблемы. У нас три печки эти работают. У нас работают три печки. Заебали вы все умирать, блять. У меня больница стоит. Раз, два, блять, три, там где-то четыре, пять. У меня больница до хера, блять. Вы что все умираете? Вы заебали. Ей-богу. Умирают, умирают. Вам что, не живется-то? Ёпте не мать. Вам что, не живется всем? Что, жить неохота, я не понимаю. Ну вот у нас тяжелые условия, мы ничего не умеем, ничего не знаем. Все? Вы подвели своих людей. Идите нахуй, блядь. Подвел, блядь. Две недели жили нахуй. Вы знаете, одновременно ненавижу эту игру, и одновременно она мне нравится. Я говорю, я ненавижу эту игру за то, что здесь тайминги. Тебе нужно все делать в определенное время. Вот у нас же, в принципе, все нормально, да, идет. Вот именно у меня проблема в том, что у нас тепло идет. То есть я обогреватели потихонечку строю, то есть утепляюсь. Уголь есть, все есть. Нет, блядь, куча заболевших. Уже около предприятия этих там уже все поставил, чтобы тепло. Блять, что происходит, я не понимаю. Ну, честно, это бесит просто. Игра, вот как по мне, знаете, она вот, я уже говорил миллион раз, она заскриптована по-дурацкому. Просто по-дурацкому заскриптована. Потому что надо вот сначала вот это поставить, потом вот это поставить. Вот это вот сделать, и вот это вот сделать. И тебе нужно вот это делать. У тебя куча будет беженцев, которые больные, и тебе их нужно сразу к санитарам отправить. Надо кучу санитаров наставить. То, сё, блядь, и так далее. Бесит просто, блядь. Просто, знаете, вот даже вот в эти три оставшиеся мне вообще играть неохота. Вот в эти три оставшиеся мне играть неохота. Просто неохота, потому что, блядь, просто сложность, которую, блядь, разработчик высосал из пальца, блядь. Непонятно, откуда куча больных. Еще чего-то и прочего говна. Просто не понимаю. Просто времени ни на что нету. То есть тебе надо вот тайминги. То есть у тебя люди замерзают, но при этом по таймингам ты сейчас должен строить лесопилку. Потому что не смотри, что у тебя люди замерзают. По таймингам ты должен построить лесопилку. Вот это вот бесит. Блять, не могу. Все, в пизду, больше не буду в эту игру играть. Буду ждать Frostpunk 2, надеюсь, там будет нормально. Хотя я знаю этих разработчиков то же самое. Кто-то скажет, сделай сложность тогда пониже, да, сделай что-нибудь. Нужды жителей. Люди более, так, экономика. Добыча ресурсов и развитие технологий станут быстрее, а в морозных землях будет больше ресурсов. О, вот эту нахуй экономику убрать, наверное, просто, блять. Погода.
Или вот это вот. Температура будет снижаться медленнее, и холодных дней станет меньше. Люди будут меньше расстраиваться от плохих событий и больше радоваться хорошим событиям. Повысится оптимизм. Во, погоду нахуй на низ убрать, блядь, и восприятие. И все. Я не знаю, или просто даже одну погоду просто на низкую убрать. Бесит меня просто то, что надо играть на тайминге, ребят. На тайминге, нужно знать, где что строить и так далее. Все, я больше не хочу в эту игру играть. Все, я поиграл в этот Frostpunk, все, я наигрался, меня бесит тайминги. Вот, все. И мы с тобой уже в следующих играх когда-то поиграем, наверное, Frostpunk 2. Не знаю. Всем до встречи, всем пока.